Так, ну что ж, дорогие друзья, продолжим мы, наверное, нашу работу над этим самолетиком. Сначала мы выделим вот это и потянем их друг к другу. Не так немножко. Вот так. Вот, наклонили. Далее. Вы выбрали эти точки. Тоже подвинули. Таким образом сделали вот такую кабину. Так, я вот думаю, что возможно надо чуть-чуть опустить. Тут скруглить, вот так, добавить пару лупчиков, скажем, вот так, да, где здесь у нас он, лупач, тут, и вот тут, ну и еще вот я бы вот тут еще добавил. Так, а вот эти точки полностью опустил бы вниз чуть-чуть. Вот так. Ну и вот это тоже как бы. Это тоже чуть-чуть вот так. То есть я хочу такую закругленную кабину сделать. Мы сейчас проверим. Для этого нам надо пойти вот сюда, Subdivision Surface. Вот так, видим, что вот такая у нас кабина. Если она нас устраивает, то мы можем заняться окнами. То есть перейдем вот так. И зажав Ctrl, только на одну есть сюда. Так, экструд, если. Сделаем пока. Может быть, придется поправить что-то. Так, допустим, да? 2 вниз. Главное не перестараться. Так, хорошо. И теперь вот здесь, если это полигоны, да? Давайте мы скажем Select вот этот выделим. Select Patch должен быть здесь вот глуп. Так вот сделаем. Теперь выделим вот этот и этот. Ну, тоже здесь. Вот так. И посмотрим еще раз теперь на это. Угу. Так, здесь сделаем. Так.
Здесь сделаем вот так. И здесь сделаем вот так. Много слишком сделал. Еще раз. Так. Ну, во-первых, мне сразу не понравилась крыша. Вот это. Мы ее опустим сейчас, чтобы она не была такой острой. Мы ее опустим. Пока что так смотрим. Понимаем, что тут нам надо кое-что выправлять. Что мы и будем делать сейчас с помощью вот этих же патчей. Здесь делаем. Ну, здесь, наверное, нет. Так, да, вот так оставим. Вот так и оставим. Хорошо. Теперь последнее. Вот в этом месте сделаем патч. Потом сделаем выделение. Вот такое. И скажем экструд. Где у нас экструд? Экструд. Просто экструд. Так. Группа держится. Ну, вот так. И смотрим еще раз. Да, где-то вот таким образом. Тут, правда, у нас какая-то белиберда наметилась, но мы ее сейчас поправим. Может, слишком я тут сделал. Можем пойти назад, отойти, да? Вот так. И здесь сделать не здесь, а вот тут. Допустим, два лобчика. Вот один. И вот второй. Вот так, наверное, будет лучше, если что. Ну-ка. Да, пока не мешает. Теперь мы скажем луп. Вот этот. И скажем экструд. Смотрим. Да, теперь все вроде бы как. Более-менее нормально. Хорошо. Что делаем дальше? Что делаем дальше? Дальше бы нам надо, наверное, крылья поделать, я так думаю. Ну, к этому еще придем. Давайте еще крышу потянем сюда, вот так. Еще немножко закрывала она ее. Достаточно будет.
Все, с этим готово. В следующем видео будем делать крылышки уже. Так, чтобы избежать лишних, здесь у нас образовалось, ну не лишнее, а вот тут я ее сделал так. Я беру два этих, выделяю, говорю, что вельт, и присоединяю сюда. Я хочу, чтобы вот здесь появились три независимые. Опа! Это не нужно было. Так. Такие вот полосочки, да? И теперь я пойду возьму bevel, где у меня вот он bevel, и потяну вот так. И получу как бы профиль крыла. Я, по-моему, и здесь так справлюсь. Так. Ну, где-то вот так, наверное, крыло должно быть таким вот. Таким вот оно должно быть примерненько. Так. И теперь выделяем эти полигоны. Говорим Е, вернее, контур зажимаем и тащим. Вот так вытащили. Вот, проверяем сразу здесь. Все отлично. Плавненько, все прекрасненько. Так, смотрим, достаточно нам длины этого крыла или нет. Но я думаю, что надо это сжать. Ты. Так, опять чьи. Так. Ну и здесь нам тоже надо будет поработать в плане чтобы скруглить это все. Ну я бы такую, чтобы я сейчас вытянул Ctrl еще одну часть вот так вытянул. Так. А эти я бы уже между собой потянул вот так. То есть так. И сжимаю вот их вот так, допустим, да? Ну, еще и двигаем сюда, сюда. Пускай будет вот так. Так, ну только что вот эти надо будет поправить тоже. Надо завести их вот сюда, допустим. И тогда сразу будет ясно, что все нормально у нас с крылом, да? Все хорошо. Такое вот будет крыло. Если оно слишком большое, кажется нам, да, то мы можем всегда его вот сюда подвинуть. Все хорошо, крыло у нас есть. Отличненько.
Если нам не нравится, вот здесь слишком толсто кажется, да? Ну, тут обычная система, берем луп, ставим сюда луп, вот все. Так, оставляем. Тут можно много с крылом возиться, то есть делать закругление или так далее, но не суть. А то, что мы его сделали, и оно уже на месте. Хорошо. Также для декорации чисто мы сейчас с вами сделаем здесь пару лупчиков. Пару лупчиков мы тут сделаем. Вот так один, так вот второй, и здесь так вот, и вот, ну, вот так. О! Вот так, да. Далее селектируем. Что-то не хочешь. Вот так селектируем. Здесь селектируем и берем с вами экструд и немножко тянем внутрь. Отлично. Ну а далее нам нужно будет, ведь если мы так сделаем, то нам, ну, края такие не острые, поэтому мы сейчас сюда зайдем и тоже скажем, что нам нужен патч луп. Так вот здесь. И ну. Вот тут. И после этого у нас получается довольно-таки ровная штука. Вот так вот. Крыло готово. Следующим мы приступим к хвостовому оперению. Без него никак. Тут нам тоже надо будет поделать разрезики, чтобы было из чего делать. Но мы пока этот закончим отрезочек, да? Ну, хотя мы можем тут сейчас проявить. Так, где мы в цилиндре находимся, да? Идем лупач. Тут сделаем такой вот патч. Такой. Нам пригодится в следующем видео. Нам пригодится. Однозначно.